Так, теперь давайте что-то еще из этой бута сделаем, пока видео не кончилось. А давайте сделаем большую кастрюлю. Вот я так думаю, что это будет самое лучшее. Мы возьмем с вами мышь для кастрюли. Это все цилиндр, да? Но столько нам не надо. Скажем так. Да елки-палки. Даже 12, наверное, нам будет достаточно. Я думаю, да. Так. Да нет, я уже это все сделаю тут на месте. Так, давайте мы ее сдвинем. Игрик вперед. Так вот, и сделаем побольше, естественно. Вот такой где-то на плите будет стоять кастрюлище. И вниз SZ. Я думаю, что вот там будет вот город. Угу. Такая вот кастрюлька. Так, ну а дальше мы, наверное, с вами поступим следующим образом. Возьмем здесь вот это и сделаем ей и экструд. Так вот. И потянем вниз тоже Е. Вот так. Я думаю, будет вообще хорошо. Так, и теперь давайте сделаем и subdivision surface. Всем 2. Да? Здесь мы Ctrl-R сделаем. Естественно, вот сюда Ctrl-R-чик. И здесь Ctrl-R. Так вот. Здесь бы тоже неплохо, но edit мод троечка, вот это и Ctrl-R. Нет, лучше все и, конечно, какой Ctrl-R и. Ну, таким образом мы получили вот такую кастрюляку. Теперь нам надо сделать к ней. Там, кстати, тоже надо. Теперь к ней нам надо сделать ручки, да? Как мы ручки сделаем? Так, я думаю, с помощью, если мы перейдем в объект, вот тут у нас есть такая штука. Смотрим спереди. Да нет, еще рано, ребята. Какая-то вредная. Вот так. Ну и теперь вот возьмем, то сделаем. Так, и вот так. Готово. О,
Всегда меня пугает. Вон она. Давайте. Вот. Давайте мы ее вытащим сейчас сюда. G. О. А нет, по Y. Сюда вот так. И надо ей позаниматься. Позаниматься в том плане, во-первых, она не посередине стоит. Во-вторых, идет вот. Немножечко ее потянем вниз. Так. Так, это и это. Скажем, Ctrl-B. Нет, не получится. Так, как тебя закруглить-то? Ну, сейчас скажем следующее. Еще немножко выжизет. Так. Так. И пойдем сюда. Геометрии. И скажем деп. Пример вот так, да? А здесь так очка сожмем так и это сожмем есть. Так, можем здесь subdivision сделать. Да. Subdivision. Так вот. Ну и переведем это все сейчас. Мне это не нравится. Давайте подойдем опять отсюда. Чем мы тут выделываемся? Сейчас возьмем вот это. Так. Да нет же. Сразу закруглим это и все.
Тянем его вперед сюда. G по Y. Вот так. Так, смотрим, что тут у нас. Тут у нас есть небольшой этот косячок. Вот тут. Где-то вот. Вот этот вот. Где? Подтянем его вот так чуть-чуть. И все. Вот теперь будет, должна быть красивая такая штука. За исключением чего-то здесь. Вот так вот. Готово. Теперь скажем между вот этой и вот этой. Ну, скажем subdivision. Тут. Позато. Вот это вот. Вот сюда. Где-то. Так. И здесь. Сам вижу. Теперь мы можем превратить это все так, тут все равно надлом получился объект конвертировать в мышь. Сконвертировали. Вот смотрим. А тут все-таки мы. Неправильно получилось какая-то. Чтобы было правильно, мы сейчас сделаем следующее. Пока суть дела B. Удалим ее. Так. Зад. Перейдем в точки. Эти точки B немножечко увеличим. G по X. Так. Хотя, может быть, и не надо. Так. И скажем теперь. Вот, вот это. Нам надо mirror сделать. Вот так. Клиппинг. Готово. Теперь идем в edit mode.
Так, кастрюля готова, но кастрюля без ручек это не кастрюля. Поэтому давайте мы сделаем сейчас. Ручки сбоку должны быть, да? Сейчас мы сделаем их сбоку. Так, для этого мне потребуется обычный кубик. Сейчас сделаем хитрый по-быстрому. Так, уменьшаем его до безобразия. Так, допустим, да. Тащим сюда G. Здесь он где-то будет, да, ручка. Вот так, сбоку. По иксу. Сюда. Так, ну и тут делаем следующее. Включаем это все, чтобы видно было. Поднимаем. И далее. Выделяем, говорим, убрать все трансформеры и сказать мир, что ли. Давайте двигать G. Так вот. Поднимем наверх. Далее, скажем, мы этим всем довольны. Это соединение с помощью Edge Bridge. Так, теперь выдвигаем. Сюда G. По Y. Я думаю, что нам придется еще немножко вот здесь удлинить. Так, здесь и здесь. Давайте я скажу. Так. И теперь скажем subdivision surface. Так. Ctrl-R, сюда, Ctrl-R, сюда, и здесь, ну здесь пускай так будет, толстовато получилось, да?
Давайте уменьшать немножко. Так. Чуть раздвинем. Пиццу. Так. И вот эти два. Вниз. Но. Чуть-чуть, вот так. Но нам надо загнуть еще ее ручку. Так, как это лучше сделать? Сейчас образим. Просто-напросто выделим это сейчас вот сюда. По идее, нужно гнуться. И сказать R. О, XO. Вот так, R по XO. А эти две даже меньше надо. Так. Угу. Ну, теперь привяжем ее по игре. Смотрим сбоку. Так, где? Так, это выглядит, да? Смотри, сколько с ручкой делов-то. Чтобы ее было видно. Угу. Вроде бы все. Ну, еще немножко G. По Y еще чуть прижать ее. Вот так. Вот. И после этого сказать ей, что нам нужно 2. И сделать симметрию. Mirror. И проще сделать так. Смотрим сбоку. G. Shift. D. Сюда. По Y.
RZ 180 градусов. Где она? Назад. ЧД. Тут она. Так. RZ 180. Так, оно улетает куда-то интересно. А ну да. G. По Y. Так. Теперь она готова. Стреленца, да? Дальше мы скажем смус на 30 градусов. И здесь скажем смус тоже на 30. У этой нам надо бы еще сделать кастрюльки. Нет, вот, вот тут еще одно. Ctrl-R-чику. После этого можем тоже сказать, что смус тоже 30. И уже разворачивать как нам нужно. То есть нам нужно, чтобы она была так. RZ 90 градусов. Вот эти надо с этой слепить, конечно. Ctrl-J. И теперь RZ 90 градусов. Вот так. Все. У нас появилась кастрюля. Отлично. Повыше ее. Готово. Следующая у нас должна быть плита. Плиту сделаем отдельно.